Наверное, он в бытовке. Уже 2000 год, а конец света так и не наступил. Не, Руслан, но у него перерыв. В бассейн пошел вроде. Слышь, новичок, есть минутка. Костя, техник по навигационному оборудованию. В каком-то смысле о навигации я и хочу с тобой поговорить. Ты знаешь такую игру «Искатель сокровищ»? Мы в такое тоже играем. Хочешь поучаствовать? Тут ребята уже пытались. Да, я хоть правила-то сначала объясню. Очень простая. Я показываю тебе фотку какого-нибудь места на корабле, а ты должен его найти. Там будет еще одна фотка, на ней другое место, ну и так далее. На оборотной стороне каждой фотки нарисован фрагмент карты. Твоя цель – добыть все эти три части, сложить карту и найти сокровище. А потом принести его мне, и я зафиксирую время. Пока что у нас лидирует Денис. Ну что, попробуешь? Тогда вот тебе первая фотка. Готовься. Пошел! Так, первое фото с фрагментом карты у меня. Второе фото. Интересно, что же это за место?
Последнее фото. Все фрагменты карты у меня. Пора сложить их вместе. Похоже, сокровище у меня. Теперь бегом к Константину. Надеюсь, я еще успею. Так быстро? Вот это да. Круто. Ты Дениса обошел. Поздравляю. Лэнс Армстронг нервно курит в сторонке. Погодь, рублю индивидуальный режим. Можешь посоревноваться сам собой. Должно быть один из них. Нужно узнать, где он хранит ключи. Куда это ты так собрался? Мозги переклинило. А ну давай, топай в раздевалку. Костюм. Похоже, моего размера. Может пригодиться.
Типа того. Удобство для того и создано. Согласен. Ну, вместо пивка можно и покрасненько. От радиации же защищает. Да нет, сейчас вообще все норм с этим. Но после Хиросимы, знаешь, лучше перестраховаться. Не просто же так в рацион подводников ввели красное вино. Да чем скажут? Сейчас у меня дежурная вахта, а там видно будет. Я хочу дослужиться до повышения, так что желательно, чтобы мне доверили что-нибудь посерьезнее. Хотя эта должность тоже ответственная. У меня доступ во все отсеки, даже в каюту командира могу заходить. У меня ключи все время под присмотром. Я их постоянно с собой ношу. Положил в шкафчик в раздевалке, чтобы не валялись у всех на виду. Тут, знаешь, много всяких шутников. Возьмут, спрячут куда-нибудь и ищи потом. Это точно. В каком-то шкафчике. Нет смысла терять время. Капитанская каюта. Надеюсь, меня здесь не поймают. Нельзя терять время. Меня могут накрыть. Пора за работу. Похоже, это план учений. Нельзя сворачивать его. Лучше сфотографирую. Сейф. Интересно, что там у них? Закрыто. И на электронный замок, и на механический. Пока нет времени возиться с ним. Может, позже? Пора идти. Лучше не рисковать. Нужно вернуть ключи на место.
интересно, что будет. Интересно, какой из Михалычек командир получится? Наконец-то. Держи, тут документы. Отнеси в кают-компанию. Тебе скажут. Иди. Пришла пора сделать из них настоящих подводников. Да, пусть покажут, что они настоящие мужики. Ты-то нам уже показал. Трясся, как осиновый лист, помнишь? Так, новички, поскольку у вас это первое погружение, вы должны пройти посвящение в подводники. Да сейчас, это морская вода из балластной цистерны. Прямо так будете, без закуски. Пейте по моей команде. Начали. До дна. Молодцы. Ну раз у нас тут такой почетный гость, мы хотим провести полный ритуал посвящения. Выпить уже выпили. Теперь надо перекусить. Видите молоток? Поцелуйте его. Витек первый. Теперь ты. Но учти, руками трогать нельзя, только губами. Высунь язык. Поаплодируем героям. Поздравляем, вы справились. Ну вот, теперь вы настоящие подводники. Поздравляю, балластная вода это тебе не боржоми. Сразу блевать охота, да? На тебя смотреть больно. Но все равно уважух тебе. Витька вот не сдержался. Если возникнут вопросы по электронике, заходи. Я во втором отсеке. Миша — компьютерщик. Уверен, что к системам лодки можно подключиться с его компьютера.
Как дела? Помощь нужна? Давно вместе? И она уже тащит тебя в ЗАГС. Рановато. Красивая, наверное. Ведяева и девок кадрить негде. Кинотеатра нет. Рестика не понимаю. Я-то сам из Крыма. Там все совсем по-другому. Зря его хохлам отдали. Хорошо бы. Ладно, не будем отрывать тебя от мысли о невесте. Что мне написать? Так-то за компьютер я никого пускать не имею права. Но своих можно, я думаю. Да и зарплату мне часто задерживают. Ладно, в порядке исключения. Но тогда ты тоже окажи мне услугу. Сегодня у Димона день рождения. Он мой лучший друг. Мы вместе учились в Питере. Я хочу приготовить для него подарок, но мне нельзя покидать пост. Поможешь мне? Я запущу почтовый клиент и оставлю тебя на пару минут. Сделаю перерыв. Что скажешь? Ура! Димон обожает сочинять. Постоянно ходит с блокнотом, пишет там что-то. Он любит поэзию. Я хочу подарить ему фляжку, а на ней будет выгравирована какая-нибудь красивая фраза. У меня фляжки нет, но у Толи должна быть. Толя, наш кок. Надо только сделать гравировку. У тебя башка хорошо варит. Найдешь кого-нибудь для этого дела. Не знаю. Я в поэзии вообще не бум-бум. В кают-компании есть библиотека. Посмотри сам. Достаточно. Кто понесет ответственность? Я. Чего я тебе не дам? Иди отсюда. Упрямый ублюдок. Должен быть еще один пол. Он наверняка на перерыве. Может, с ним получится договориться. Я тебе говорил? У меня новый ход. Делаю мебель из дерева. Я себе всю квартиру уже обставил. Круто. Наверное, дешево получилось. Тут ведь из расходов только кости есть. Олега, если его нет на камбузе, он, скорее всего, в кают-компании. Играет на своем любимом автомате. Thank you.
это кто, Оля? Он там как раз сейчас готовкой занимается. Может, он расщедрится. Он злится, потому что ребята тырят жратву со склада, а нас потом за недостачу штрафуют. Но ради подарка, может, он согласится. При одном условии. Ты должен побить мой рекорд. Я набрал 580 очков. Сумеешь меня обскакать? Фляжка твоя. Правда, наконец-то достойный соперник. Ну ладно, я свое слово держу. Еще немного поиграю, а потом схожу за ней. Зайди попозже. Ага, самую красивую выбрал. Держи, я надеюсь, Димону понравится. Я на месте. Нужно найти подходящее стихотворение. Макиавелли, государь. Про кондотьеров и всякое такое. Это интересно. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Офигеть, как это вообще сюда попало? Не пойдет. Оруэлл, 1984. Мрачно, не годится. Анджей Сапковский, кровь эльфов. Это про какого-то седого мутанта. Никогда ее не читал. Следами поэтов. Избранные сочинения. О, это подойдет. Нужно только найти хороший отрывок. То, что надо. Для поэта стихи — это смысл. Избавление от порчи и скверн. Перекресток низвергнутых истин. Струйка крови из порванных вен. Отлично, как раз поместится на фляжку. Теперь нужно только сделать гравировку. Нужно пройтись по каютам. Может, там есть художник?
быть любой из Алексеев. Один из них у реактора в шестом отсеке, второй в медпункте в четвертом. Нет, в прошлый раз он меня застукал. Ты заблудился? Скажи ему, может, он нам поможет? А если он кому-нибудь сболтнет? Не сболтнет. Или мы скажем, что он все гонит. Ну ладно. Мы хотим чиферек замутить, но надо сгонять за всем нужным. Сигареты у нас есть. Еще нужен кофе и чайная заварка. Они лежат в шкафу на камбузе. Достанешь? Чего? Который художник в шестом отсеке, у реактора. Теща болеет, а лекарства стоят ого-го. Жена устроилась на работу, так что пока денег нам худо-бедно хватает.
ничего. Спасибо. Это так, баловство. У реактора время тянется медленно. С ума можно свихнуться. Вот я и начал со скуки карандашом водить. Если это для Димона, я с удовольствием. Тут все равно нечем заняться. Только у меня нет инструментов. Принеси мне гвозди и молоток. Ну и саму фляжку и текст, понятное дело. Все нормально, не нервничай. Все есть. Пора назад к Алексею. Ну что, все достал? Отлично. Работа тонкая, так что не отвлекай меня. Зайди попозже. Все готово. Пришлось потрудиться, конечно, пару гвоздей запороть, но я справился. На, забирай. Наконец-то. Пришлось побегать. Отдам фляжку Михаилу, и, может, наконец-то смогу добраться до компьютера. Супер. Вот Димка обрадуется. С меня причитается. Садись за компьютер. Я уже запустил Телнет и почту. Смотаюсь пока на перерыв. Может, нужно что-то написать? Вдруг он проверит. Готово. Теперь надо собрать всю инфу.
Код к капитанскому сейфу. Да, так гораздо лучше. Леха говорил, что Димон часто что-то пишет. Может, у него в блокноте есть что-то интересное. Нужно найти его каюту. Вероятно, она в четвертом отсеке. Это личная каюта. Что ты здесь делаешь? Спасибо. Я вообще дни рождения не праздную. Не люблю этот день с детства. Но приятно, что ребята помнят. И подарок очень хороший. Подожди. Ты ведь инженер, да? Есть одно дело. Нужна твоя помощь. Пойдем, я по пути объясню. Командир уже говорил тебе про учебные занятия? К ним относятся имитации боевых столкновений. Это всегда такая игра в кошки-мышки. Мы охотимся на крейсеры, на нас охотятся БПК. Двойной звуконепроницаемый корпус. Но у нас не все ладно со вспомогательным двигателем. Вибрации. У меня теща болеет. Он может выдать нашу позицию. Жена устроилась на работу, так что пока денег нам худо-бедно хватает. Двигатель установлен на пружины, но он качает туда-сюда контент. Я пообещал ребятам, что приведу помощника. Я надеюсь, обойдется без учебных тревог. Тут нужен кто-то, кто рубит в технике, но все наши спецы сейчас заняты. Тут у нас всем заведует Роберт. Он тебе все объяснит. Я буду на центральном посту. Мне надо поговорить с командиром. Здравия желаю. У нас тут небольшое ЧП. Поршни как взбесились. Нужно выровнять давление, чтобы уменьшить вибрации. Витя затягивает болты. Для тебя у нас другое задание. Иди к вентилю. Я буду смотреть на индикаторы и говорить тебе, что куда крутить. Готов? Поворачивай. Я скажу, изменилось что-нибудь или нет. Чуть получше. Теперь другой. Намного лучше, но этого недостаточно. Берись за третий. Вибрации усилились. А если в другую сторону? Вроде порядок. Подожди, сейчас я проверю, все ли нормально. Ну вот, вибрации ниже нормы.
Молодца. Спасибо тебе. Сами бы мы не справились. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Дмитрий отошел поговорить с капитаном. Похоже, у меня есть шанс обыскать.